совсем няшки пацаны, и вы смотрите похождение FIFA 14 за ЦСКА Москва. И у нас сейчас матч будет в Лиге Чемпионов за против... Что у меня сегодня с языком? Против Шальке 0-4, да? Как в комментариях мне написали, за этот клуб болел Адольф Гитлер. А это значит, что этот клуб я люблю. Зигхаль. Ладно, шучу, а то сейчас еще подумайте, что я в конец долбанулся. Нет, конечно же, сейчас будем бить этих нацистов грёбаных. Ай, нацистов, блин, сказанул тоже. Ладно. На наш состав давайте посмотрим. Для начала. Я тут хочу некоторые изменения сделать. Ну да, у нас немножко подусталые товарищи, но... Против такой команды надо выставлять все равно основы, я считаю. Да. Но только я хочу вот что, за место Думбии поставить Бакале. А почему? А, ну да, точно. Что-то я совсем глючу. Или Цафак. Ну, Цафак тоже неплохой вариант, но у него, видите, владение мячом, там, все намного хуже, как говорится. Да, так, это ж, наверное, Бакале. Меняю я его не из-за того, что он хреново играет, а то многие сейчас подумают, что он плохо, типа, играет. Нет, он играет хорошо, но единственный его минус в том, что он не забивает. И я посчитал, что если поставить его на замену и заменить, например, во втором тайме, когда уже защитники наших оппонентов устанут, то, в принципе, ему наконец-таки может и удастся забить, потому что, ну, он очень давно у нас не забивает. Такие дела. Ну что ж, а мы... Наверное, начнем матч. Блин, сохрани... Не, лучше сохранюсь. Ну его нахрен. Так, ладно. Шальке номер... Шальке 04. Что-то я вообще сегодня как-то... Ой, да, вообще настроения нету. Просто нету, блин. Я тут, если честно, так уже устал писать эти летсплеи. Ну, дождь. Да идите вы нахрен со своим дождем. Не хочу я дождь. Нет. Снег. Поставлю-ка я снег, вообще похрен. Да, совсем настроения нету. Я так устал уже писать летсплей, если честно. Ой, кто на меня давно подписан, те знают, что... Я никогда так часто не писал летсплеи. Я предпочитаю... писать и реже, но зато качественнее, да, там, с юмором и прочее, но постоянно это писать тоже как бы совсем, ну, понимаете, да. Да, это тоже, это true, да, многие скажут, ну, что такого сложного в летсплеер, да, просто сидишь, записываешь, комментируешь, да, выкладываешь, но нет, ребят, не все так просто в этой жизни, к сожалению. Так, тут какие-то надо комбинацию я вроде нажимать, чтобы он какие-то сквозные там передачи делал, что-то типа того. А, нет, все, вспомнил. Да, типа того, три раза там, или, по-моему, два раза. Ой, ладно, что-то я совсем увлекся. Да, и также многие у меня спрашивали в группе ВКонтакте, да. Ну, кто не сидит у меня в группе ВКонтакте, там, и на странице меня там постоянно там меня спрашивают, я отвечаю, потому что, ну, естественно, многие не сидят, многие только заходят на YouTube, в подписке смотрят там, ага, Кикс выпустил видео, надо посмотреть, вот как-то так все происходит. Ну, а так там меня спрашивают, типа, будешь ли ты там Watch Dogs записывать, там, еще там Wolfenstein вот этот новый. Ну, ребят, у меня такая проблема, я уже объяснял, что у меня винда 32-битная. А я... Пытался, хотел точнее поставить 64-битную винду, но у меня, к сожалению, флешка только на 4 гига, а надо там больше, где-то 5 минимум. Плюс у меня еще процессор такой подозрительно потянет или нет, потому что в прошлом я его устанавливал, оно у меня висло. Может, винда, конечно, была хреновая, потому что она только выходила. Как-то так. Так что я, как говорится, боюсь устанавливать вот эту вот версию винды. Я боюсь, что у меня игры не потянут, потому что мой комп уже такой старенький там. У меня еще даже процессор Core 2 Dual, там вот это четырехъядерный как-то так. А, нет, Core 2 Quart, что ли, да, четырехъядерный там. Сколько там герц? 1.5, что ли? Ну, вы представляете, да, вот это говно. Видюх еще 560T, оперативной памяти 4 гига, так что, как говорится, я опасаюсь в этом плане.
Я бы хотел бы, конечно, да, записать по Watch Dogs, да и просто поиграть, потому что, ну, игра, судя по всему, такая интересная вышла. Я вот видео Шуса смотрю, наверное, все знают Шуса, маньяка того же, с топором в прошлом. Чувак вообще классный, обожаю его, постоянно смотрю. Ну вот, это не реклама, он мне за это не заплатил. Кто я такой, чтобы он мне за это заплатил? С 6000, там, 7000 подписчиками, да, почти. Против, там, 400, сколько у нее там, тысяч. Ой, ну я просто люблю его видео смотреть, постоянно смотрю. Ну вот, там игра вот такая неплохая получилась. Мне прям понравилось, но, к сожалению, я играть в эту хрень не могу. Да. Поэтому... Я, конечно, попытаюсь когда-нибудь потом установить 64-битную винду, потому что, судя по всему, все новые игры будут, сука, выходить только на этой битной системе, что меня просто бесит, блин, next-gen, блин. Графика толком не поменялась, зато next-gen, сука! Это меня прям просто... Это что было? Это меня прям просто калит. Что вот такая вот херня. Графика. Ну, реально, там я даже видел видео, даже, по-моему, выкладывал на стене у себя сравнение GTA 4 и Watch Dogs. В GTA 4 по физике, по графике в 1000 раз лучше будет, чем гребаная Watch Dogs. То, кому не лень, посмотрите. Правда, если вы это смотрите видео из будущего, то хрен вы найдете. Но сейчас пока есть такая возможность, как говорится. Пользуйтесь моментом. Блять, сайт нахуй. Ну или просто введите сравнение там Watch Dogs и GTA 4 на YouTube. Я думаю, вы сразу найдете это видео. Потому что она наверняка в топе уже. Если уж сам Мэдисон на ней говорил, от Мэдисона я уже узнал. Ой, блин, что-то надо как-то меньше болтать и сосредоточиться на игру. Неохота проигрывать, тем более это, блин, Шальке! Шайзе! Шайзе! Шайзе 0-4! Ой. Как же я устал! Ладно, хватит ныть. А то скажете, что ты ноешь там постоянно, не хочешь, не пиши. Но понимаете, что ты такое делаешь, что ты... Все уже привыкли, что я стал часто выпускать видео. И стоит только пару дней не выпустить, так все, просто паника, просто бомбит личка сообщениями. Какого хера, Гикс? Чё ты не выпускаешь видео? Отпишусь, соберу там... Майдан тебе устрою, там приеду тебе. Я такой, ага, пивка прихвати. Лол. Так, ладно, окей. Как там моя любимая игра через пас? Постоянно пасоваться, постоянно. Стиль, блин, гребаной Барселоны. Пасоваться, но у меня пока стиль гребаной пьяной панды получается. Потому что ни хрена не получается. Кстати, Шальке-то неплохо себя чувствует-то. Зимой-то. Обычно, конечно, как там, немцы автомобили-то. Зимой-то. Самые такие морозные. Морозные года, да? Что-то они как-то здесь как-то себя охрененно чувствуют, я смотрю. Что, неужели действительно мировой класс, он сложнее, чем легендарный в этой версии FIFA? Сколько я себя помню, постоянно у каких-нибудь новых FIFA какие-нибудь баги находились. Но самый известный баги, это, конечно, с нашими комментаторами, да, с озвучкой, которая там повторяет 50 раз одну и ту же фразу, и нам, кстати, гол забили. Батэнг. Акинфеев не смог словить в ближний, сука, угол. Блять, это так охуенно. Смотрите, мяч даже верхом, по-моему, был. Ну чё ты, блядь? А вот вы потом говорите, а почему я ругаю Кенифея? Почему он это... Не, в жизни-то да, он хороший вратарь, но в Фифе он просто днище грёбаное. Господи, фразочки МДК. Пошло оно нахуй. Ну вот мы уже пропустили из-за нашего Кенифейчика. Голешник. В ближний угол, сука, даже верхом. Лови, блять, не хочу. Я понимаю, если низом там, или с отскоком, блин. Это еще ладно тебе. Куда ни шло, но... Блять. Уж извини меня. Такие мячи ты должен был ловить. Ну давай, еще попусти, сука! Вот что это сейчас было, а? Вот, нет, вы только посмотрите на это, блядь. Он отбил, сука, перед собой. Охуеть! Кто там будет мне еще говорить, типа, не гони на Акинфеева?
Я еще и в прошлых сериях показывал, какие он глупые голы пропускает. Если вы помните еще эти серии. Уж пересмотрите, там я постоянно его гнобил за такие голы. Блять, даже удар не получился. Что ж, мы летим 0-2 у себя дома. Это наша будет, видимо, первая серия, где я проиграю. Потому что до этого мне что-то как-то, видимо, везло. Ну что ж. Первый раз проиграем. Да, у меня даже слов нет. У меня уже, как говорится, руки опускаются. После вот этого всего увиденного. То, что сейчас два гола просто на счету. Считайте у Акинфеева. Это уже я виноват. Я просто руки опустил. Ладно, все, не сдаемся. Русские, блядь, как говорится, не сдаются, блядь. Давай. Блядь, он только что пару секунд назад был прям на линии, где можно было ему дать пас. В итоге... Короче, забить. Я в печали. Я в печали. Очень трудно играть в FIFA, когда ты в нее часто не играешь. Это понятное дело. Но, чтобы так лететь у себя дома в первом тайме, это даже не второй тайм, это первый тайм. Блять, я даже удар по воротам, по-моему, я даже ни одного удара по воротам не сделал, да? Ну, что прям в створ полетело. По-моему, да. Блядь, да вы что, сука, издеваетесь, что ли? Сука, немцы гребаные, блядь! Так, ладно, все, не надо нервничать. А то сейчас еще красную карточку себе тут заработаю. Улучшу, как говорится, благосостояние нашей команды, блядь, в данный период. Блядь, они там уже там по-немецки что-то шпрехают. Шальке, шальке. Шальсе. Шальсе, шальке. Так, ладно. Еще время есть хотя бы гол в раздевалочку сделать. Чтоб они подумали над своим поведением. Похуй, блядь, буду навесы делать. Я ебал. Да, блядь, сделаешь ты навесы, сука. Мечтай, Гикс. Блядь, даже Гиксом себя стыдно называть теперь. Загоев. Крученый. Хуёный, блядь. Идите нахуй, короче. Блять, еще и джойстик завис. Спасибо. Гонсалеса, что ли, выпустить. Зато у них настрой высокий. 0-3 летят, а им весело. Охуенно чё. Блять, 0-3, сука, это пиздец. Блять. Ну и он нахуй, короче, действительно. Блять, блять, летим, летим, просто летим. Нормально все, не пиздите. Так, окей, все, скилл охуенного игрока FIFA врубаем. Пам, 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 пам. Блять, это была отличная атака. Блять! Сука, да. Ну вы поняли, да, что я хотел сделать сейчас только что? Навес на того дальнего, который находился в одной линии со мной, так что офсайда бы там наверняка бы не было. Хотя хуй его знает.
Может, он чуть-чуть поближе находился. Пам. 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 Па. Ой, блядь. Надо было немножко подработать мяч, но... Но это Думбия, кстати. Это бил опять Думбия. Они уже начали замены делать, видимо, паникуют. Но нам хотя бы начать забивать. Я уже не говорю о том, что мы выиграем. Уж выиграем-то здесь навряд ли. Но хотя бы хоть что-нибудь забить, чтобы болельщики нас не разодрали. И те, кто болеет за ЦСКА в комментариях, тоже. Так, ладно, 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 все. Мяч ушел, ушел, ушел. Ой, такие вы тут все честные. Прям бежите на ту точку, где прям мяч ушел. Нет, чтобы немножко схитрить, как в реальной жизни. Чуть-чуть схитрить, буквально. Что вы прям такие тут все честные-то, я понять не могу. Так, ладно, еще раз рубим скилл профессионального игрока. Бам. Хуй там, на. Бам. Так. Потом суды. Потом вот туда. Сразу сюда. Ну, наконец-то, блядь. Хонда, Хонда! Так, все, окей, все. Это уже звоночек, что, может быть, да получится сравнять. Ой, ну сравнять, еще один гол, а потом, может быть, и сравнять, если получится. Все, я настроился. Буду меньше комментировать, но больше настроюсь. Потому что, ну, вы понимаете, что... Я что-то как-то это, расслабился. Так, все, хватит болтать. Так. Потому что именно комментарии по большей части отвлекают. Естественно, это понятное дело. Сами попробуйте поиграть и что-нибудь себе под нос говорить. Как будто бы вы пишете летсплей, блин. Ну, конечно, тупо молчать это тоже неинтересно смотреть. Иначе... Для чего смотрит летсплея? Чтобы послушать, что, блядь, комментатор, сука, говорит. Послушать самого автора видео, блин. Для чего? Почему такие летсплеи популярны по сей день? Людям не интересно, как что в игре происходит. Людям интересно слушать, что говорит автор. Гонзалес неплохо прорывается по флангу. О, вот это был просто лал! Да блин, да вы посмотрите, а! Софак! Ну, вот это было просто лол. Бам, 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 бам. Не, я даже готов это еще раз посмотреть, потому что, ну, это был просто лол. Так, как это убрать? Так, как... А, все. Не, вы только посмотрите на этот. Вообще пиздец полный, я бы сказал. Так, отбил головой. Ага, плечо, голова. Блять, сука. А, нет, тут сразу гол получился. Я не знаю, что вратарь вступил. Он думал, что я, наверное, как-то туда пробью, но я пробил в ближний гол. Слушайте, а 70-я минута, счет уже 2-3. Так, все, надо опять же меньше комментировать. Я хочу сравнять хотя бы. Я не хочу проигрывать. А то это реально будет первое мое поражение. Офсайд. Или нарушение. Нарушение! Какого хуя? Они даже не стали бить, они... Ну, правильно делать, что там бить. Слишком большое расстояние. Тихо, тихо, тихо! Тихо! Блять, блять! ЦСКА такие мужики, что они, блять, будут пасоваться в своей штрафной, им похуй вообще на все. Так, все, собрался. Еще раз. Похуй, мы все замены сделали. Нам праздняк метаться. Блядь, нет! Дебил, блядь, просто дебил я. Стоп, 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 стоп. Кенифей, давай, твой. Не чуди больше, пожалуйста. Блять, блять, собрался, собрался, ну давай же, господи, время еще есть. Что-то я как-то совсем нервничать стал.
Иди нахуй! Не, ну матч зрелищный. Сначала полное отчаяние, а потом вроде что-то как бы и вроде может быть. Но я пока не стану ничего загадывать, потому что я, видимо, немножко расслабился. Надо включить опять скилл клёвого игрока FIFA. Блять, блять, блять! Я начинаю нервничать, а когда я начинаю нервничать, я начинаю ошибаться. Это естественно, это физиология человека. Блять! Сука! Ай, блять! Все, тихо, тихо. Ладно, время еще есть. Давай. Хоп. Хоп. Бам. Та-дам. Набегает вперед. Навес. Удар. Рука! Рука, блять, судья, сука, пидор! Пидор! Блять, рука, сука! Рука, пидорас, ты ебучий, блять! Ну что это, по-твоему, блять? Нога, что ли, сука? Пидорасы, блять, у меня включена игра рукой. Штрафной-то там был бы опасный, блять, пиздатый вообще, просто. Вах, красавчик бы вышел. Блять, не атакуйте, дайте нам мяч, сука, пидоры! Гонзалес там уже хуйню, уже просто с ума сходят. Сука, блять, блять! Да идите вы нахуй с своими заменами, пидорас, у меня бомбит уже, просто душиша бомбит, блять, я не прикалываюсь, у меня бомбит, блять. Так, тихо, все. Оп. Оп. Оп, сука, это было оп, а не хуё, понял? Блять, 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 ну почему? За что? Опа, Думбия, набегает. Давай, вперед, 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 оп. Ты свеженький, относительно. Блять. Блять. Блять! Блять, я тут ничего не сломал. Блять, такая хуйня, господи. Я даже джойстик охуел, само собой. Да ну тебя нахуй. Что? Блять, иди нахуй Месси своим открытым ебальником, блять. Хуй тебе присунуть, блять, пидо. У меня игра вылетела, потому что я джойстик вынул и вставил его, блядь. Спасибо нахуй, блядь. What? Блять, а нигде нельзя загрузиться с того момента, где у меня, блять, этот матч охуенный, он, считай, пропал, что ли, блять?
если я загружу. Охуенно. А знаете что? Я тут подумал и решил. Да ебись она конем. Ебись она, сука, конем. Мне похуй, что там напишите в комментариях, но если игра дала шанс, я, сука, ей воспользуюсь. В дождь даже, похуй, давайте теперь в дождь сыграем. Мне как бы интересно еще, места-то хватит на жестком диске, вот один такой большой вопрос, блядь. Этот, блядь, это охуенно. Давайте еще побагетим. Побагетим вместе с Гиксом. Так, все. Ну, надо с самого начала вырубать скилл охотника. Да, охуенно охотник. Скилл охотника. Понюхаем бортик. Кто-нибудь еще помнит это тоже? Видосы от No Tactic Production. Про контре там прикольные такие. Пятый сезон. No Tactic Production. Блядь, охуенно вообще, сука. Так, что-то я заболтался и уже чуть не пропустил с самого начала. Мне похуй, ребят, пишите, что хотите. Если игра дала такой шанс, я буду, блядь, читерить как только можно, блядь. Я не хочу проигрывать. Естественно, кто хочет проигрывать? Ну, нет, я, ладно, я бы согласился бы на счет 4-2. Потому что, ну, как бы я там забивал, да, и матч интересный получился. Но я не соглашусь с техническим поражением, я никак с ним не соглашусь. Блять, нахуй я джойстик вынул, сука. Сейчас бы уже закончил, сейчас уже сидел бы, рендерил и пил чаечек, блин, спокойно. Восстановил свои нервы. Так, все, ладно. Нет, не ладно, еще раз. А теперь все, ладно. Я сказал ладно. Все, нет, не ладно. Я сказал ладно. Блять, не получилось, слишком на развороте. Ай, ну это, конечно, вообще пиздец. Такой матч. Бля, ну тут хотя бы есть шанс, конечно, но я боюсь, что я тут еще больше пролечу. Ну ладно, все уже. Если я тут хоть хотя бы 20-0, блядь, буду проигрывать, я не буду ничего менять. До пизды уже, ну все. Да, ну это, конечно... Ой, да, извиняюсь за то, что я там начал багетить, просто кидать все там клавиатуру, джойстик, там микрофон, я все выкинул, по-моему, в сторону. Я там, наверное, заметочку сделаю, что 3, 2, 1, и типа шум будет, потому что шум, наверное, не ебаться там будет. Так что... Хотя, что я вам говорю, вы уже это услышали, я хотел сказать, так что готовьтесь. Блять, я что-то совсем сегодня вообще с ума схожу, мне капец как весело, да, охуение, сука. Так, ладно, все, хватит болтать. Скилл, нахуй, охотника. Ты руку... Не... А, я уж хотел ругаться. Ты руку, сука, не засчитал в прошлый раз. А тут, блядь, какую-то хуйню еще городишь. Блядь, а как бить-то сильные вот эти вот? Я уже забыл. Надо было, конечно, распасовать. Я просто забыл, какая-то кнопка есть, чтобы он прям пиздато сильно ударил. Но так как я в FIFA не играю уже хер его знает сколько времени, я все забыл, да? Тем более штрафные, то уж тем более бил-то давно. Пенальти как бы еще, если нам назначили, не нахерачил бы себе веселенького. Но пенальти-то вроде там... Пенальти сложно отбивать, ну как сложно? Сложновато отбивать. А вот бить как бы легче, легко. Хотя вратарь, сука, иногда бывает так угадывает все эти моменты. Так, вот тут, да, надо было так сделать, правильно сделал. Побежал за... Не стал выдвигаться вперед. Да ты чё, ты чё, ты чё? Ты чё, братан? Ты чё там все, Месси, что ли, возомнил? Там Криштиано Роналдо, может быть, я не знаю, чё там ещё? Совсем уже охренели. Немцы, блин. Ну, вот у нас там рука была, но судья же у нас не замечает руки с какого-то перепуга. Хотя, в прошлый раз замечал. Слушай, а может, у меня действительно игра рукой выключена? Я понять не могу. Ну, вроде нет, не должно быть. Ебать! Ебать! Вот это был моментище. И наш еще там через себя не увидел. Кто я сейчас вообще на имена не смотрю, я полностью сосредоточен на игру.
Давай, 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 вперед, вперед, вперед. Блять, два матча с одной и той же командой. Я хуею вообще. Блять. Ну, сука, ну ты обработал уже ведь мяч. Я понимаю, скользко, но, сука, ты же футболист, сука. ЦСКА нахуй ебаной Москвы. ЦСКА ебаных москалей. Сам, блядь, из Москвы говорю, москалей, блядь. Да похуй вообще. Добегай. Пидорас. Ну, куда ты пас-то дал? Беги, 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 Хонда, беги. Хонда, гони. Ты же Хонда, блядь. Ой, у меня как бы места на жестком диске бы хватило, я второй матч уже подряд пишу. Там у меня, наверное, комп такой говорит, ты чё, брателло? У тебя видюшками всеми забиты. Порнухой. Нет, не порнухой. Ну, порнухой тоже. Но у меня там забиты теми же видео, которые я и записывал. Я специально бэкапы оставляю своих роликов на всякий случай, чтобы, если удалят, я мог спокойно восстановить. Потому что, ну его нахер с этой правильной ютуба, блядь. Не дайте пробить, не дайте про... Блять, кому ты пас дал? Ну, Канифей на этот раз нормально ловит. Ебать, ну хотя бы без голов. Второй матч что-то как-то, я смотрю... Так, не скакать бы! Вот, я про это и говорил. Вообще надо болтать поменьше, блять, и мыслить тоже, мыслить. Надо просто тупо играть, как обезьянка. Не думая, просто нажимать на кнопки. Вы охуеете, наверное, это видео смотреть. Охуенно. Прикиньте бы, комментаторы бы так говорили, как я. Охуенно, пиздато, сука, блять, мразь. Хорошо, что пока еще не 1 августа, я могу материться сколько я хочу, но потом мне будет очень трудно переобучиваться. Как бы, как сказать человеку из армии, что поменьше матерись, если мы целый год в армии, блин, на этом языке общались, просто разговаривали на мате. Там, блин, ни одного слова не было, чтобы без бля, сука, мразь, блядь, и прочая какая-то хуйня. Да беги ты, господи. Родригес, ты чё так? Ты чё с тобой, сынка? Сынку! Что ты такой, сынку? Блять, и первый тайм закончился. Да ладно, нахуй. Так, опять делаем ту же самую замену. Не, ну хотя бы 0-0. В первом тайме у нас еще есть шансы победить. Охуеть. Я в шоке. Думбия. Ну, соустал. Меняем опять на Гонзалеза. Потом... Хонда, не, Хонда, блять, это Хонда, сука. Защиту надо иметь. Шинников, левый защитник. На Бабкина, хотя это говно. Все, три замены мы сделали. Теперь дальше будем сражаться тем, чем у нас есть. Да, статистика у них больше ударов, ударов в ворот, да, все. Но зато владение мячом каким-то хером больше. Да, давайте быстрее, у меня жесткий, место на жестком диске кончается. По-моему, этот матч будет нулевым. Но у меня хотя бы эту тоже устраивает. Даже не знаю, блин, радоваться ли тому, что у меня вылетело, или говорить, ах, какой я нечестный человек. Ну, а вы цены там в комментариях будете писать, как, блядь, что я делаю. Какой я, типа, скотина такой. Взял перевод. Лучше бы техническое поражение бы себе засчитал. Вы что, совсем что? Техническое поражение. Там мне руководство клуба сожрет, нахуй, с потроками. А уж это я не хочу. Я хочу как быть на должности плохого тренера как можно дольше. Если вы понимаете, что? Плохой, блядь, тренер. Так, ладно. Опять начал болтать, опять начинаю пропускать моменты. Тут у нас уже пожар опять очередной. Ебать, они простреливают просто. Я хуею. Так, все. Во втором тайме у меня получилось включить скилл охотника. Нет. Видимо, позже чутка. Ну да, там 70-я, что ли, какая-то минута, когда пошла. Не, ну этот матч скучный. Тот был веселее намного.
Заебали, сука, немцы ебучие, блядь. Горите вы все в аду, блядь. В печке, в Освенцине, блядь. Сами же себя жгите, пидоры. Сука. Выбивай его к хуям. Правильно. Что? Нарушили же? Да, 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 нарушили. Все, я лучше подожду. Никого из наших нету. Нихуя вы типы вообще. Немецкая Бундеслига, блин. Немецкая машина убийца. Ну да, немцы всегда хорошо в футбол играли. Это у них не отнять. Какая-то, блядь, гребаная Россия, но я в плане футбольной, потому что, ну вы сами знаете, как наши умеют играть в футбол. Кривоногие, косоногие, криворукие, косожопые, блядь. Этого у них не отнять. Нихуя! Блядь, сильно, сильно. Вот жалко, что сильно было. Моментище это было. Моментище! Моментище! Блядь, разводят как сучку просто. Как собачку, блядь. Как щенят, нахуй. Все, 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 рвемся, рвемся, рвемся. Блять. Он там показывал, я поснул ему, но, видимо, слишком я опоздал. Не понял мой замысел, почему я так не сразу поснул. Искусственный интеллект, блять. Сука, я матерюсь вообще что-то сегодня много, блядь. Заминусуете наверняка, суки. Ну и похуй. Я злой. Не, ну я не хочу 0-0. Хоть мне хотя бы забейте, я не знаю. Но второй матч просто можно сразу скипать. Там мотайте моменты, наверное, там может... хотя, наверное, многие так и делают. Мотают, мотают, видят, что гол забит. Перематывают назад, ищут этот гол и смотрят так же дальше. То есть так же мотают. Я, в принципе, тоже так частенько иногда делаю. Когда скучно и времени нет смотреть какую-нибудь серию там по FIFA. Хотя по FIFA я давным-давно не смотрел. Раньше помидорку с решеткой смотрел. Уж да простит меня, если он каким-то образом меня смотрит. Потому что я часто его все время упоминал в своих видео. Постоянно говорит, вот, помидорка за решеткой. Че вы, хули, не смотрите-то? Че вы от меня-то ждете, гребаную FIFA? Понять вы, я не умею играть в нее. Сколько раз мне говорить, я разучился играть, да. Раньше я умел играть, вот стримы посмотрите, как я там разбивал всех в пух и прах, которые против со мной подписчики играли, которые там не первого уровня были. Уж играли там чуть ли не каждый день. Радик тоже, с ним тоже играли. Он профессионал, еще тот фифу задрот, блин. Хотя, правда, он матч-реванш, когда там был, он меня сделал, но почему-то запись там то ли удалил, то ли стерлась, то ли хуй пойми что. Пиздата. Там у меня, по-моему, 5-2, что ли, сделал. Я такой, ну, пиздец, матч-реванш. Как-то я фифу хорошо играл, я постоянно в нее дротил в детстве. Часто я уже давно не играю, я весь свой скилл потерял. Но это то же самое, я не знаю, как... на велосипеде кататься, то есть ты не разучишься кататься на велосипеде, пенальти, заебись. Не разучишься кататься на велосипеде, то же самое как. Я иногда бывает в контру долго не захожу, в Counter-Strike там. Вот, в 1.6 недавно запустил, тащил. Так, лево. Ну теперь я злой. Вот я когда пропускаю, я начинаю уже сосредотачиваться и злиться. А когда счет 0-0, я как-то расслабленно играю. Я все время так замечал. Очень редко мне удается именно самому первому забивать. Обычно я всегда просто проебываю. Запись еще идет, я в шоке. Там у меня место забито все, порнухой. Опять порнухой говорю. Ой, лол. Многие же ведь поверят. Хотя, чё? У меня есть она на компьютере, и чё? У каждого она есть, блядь. Все мы же люди, мы человеки. Так и говорится, кто не фапает, тот фапает в два раза больше. А что, блядь, что этого стесняться-то? Ну да. Руки еще не волосатые, нет, спасибо. Делаю я это редко, да. А то еще подумать, что я каждый день, блядь, тут наяриваю себе. Накачиваю мускулы, блядь. Ой, ладно, что-то мне вообще как-то понесло. Но я, видимо, уже все, я уже отчаялся. Эй, нарушение. Нет? Спасибо. Товарищ, блядь, ёбаный судья. Ну открывайтесь, ну пацаны, нет еще, мы не проигрываем. Ну как, мы проигрываем, но еще не все кончено. Ну что вы не открываетесь, ну. Ну пиздец вообще, охуенный матч. Не, нахуй я его записывал вообще. Так даже еще хуже.
Да. Есть еще шанс, что мы попытаемся забить, но этот матч совсем никудышный. Блять, да даже тут отнимают. Да ебаный в свет. Ты чё, охуел, что ли? Да вы чё, издеваетесь, что ли? Чё там было-то? Какого хуя вообще? И чё? Чё там было? Ну вот и чё? Вот мяч летит. И... И чё? Он уже пробил. Он уже пробил, я на него лег. Судья, ты пидор. Вот честно, блядь, ты, сука, пидор. Это я не знаю, как получилось, но забить. А теперь нам надо забить. Прорывайся, прорывайся, Блядь, да что ж ты такой мощный-то? Тут у вас столько сил-то у вас еще осталось, я понять не могу. Не, ну все, я проебал. 0-1, 0-1. Прошлый матч был, я хуею какой смешной и интересный. А это что вообще такое за хуйня, я понять не могу. Но я все равно в итоге так и проебал. Что так, что я так. Уж какая разница, выбиваю к хуям. Смотрите, а время еще идет. Может, зря я его выбил. Все, тут, наверное, точно все. Не, ну, блядь, ну это пиздец какой-то. Не, ну, блядь, ну когда-нибудь он уже свистнет, я не знаю. Все, блядь. Слава тебе, яйца. Пенальти, блядь, с пенальти только. Так, счет 0-0 бы был. Идет она все в жопу, блядь. FIFA это вся ваша, блядь. Все в жопу идет, короче. Хуяся. Правый защитник. Лучший игрок матча. Что же он такое сделал-то? Завершенные пасы. Завершенные финты. Успешные навесы. Успешные. Ну понятно. А, сколько наш канифейчик-то сейвов сделал? А, нет, это не наши. 5. Ну да, еще плюс еще и пенальти каким-то чудом отбил. Ну и на каком мы теперь там месте? Так, во-первых, посмотрю нашу лигу. На седьмом. А, Динамо. Динамо, Динамо. Наш путь. Да, Динамо на первом. Охуенно. Тут мы. Со Спартаком! Ну, сука, мясо, блядь. Берегитесь, блядь. Свиньи ебучие. Сам себя тралю, блядь. Болею за Спартак, сам себя тралю. Ой, я уж думал это... Господи, я уж испугался, думал, какого хуя мы так опустились низко. А, ну мы и так низко опустились. Бенфика нас обогнала. Но нам хотя бы на второе место уцепиться. Так. Дать... Этот, как его... Пресс-конференцию. Чё? Подписать контракт? Чё? А! Потенциал 62-84, 64-86. Дно. Вот этот пацан, в принципе, может быть неплохой. А что я сделал? А, я просто взял его и нахуй послал. Я все. Ай, да идите вы все в жопу, короче. Не хочу. Просто взял и случайно нахуй его послал. Я хочу комментарий дать, сказать, что мои футболисты дно ебаное. Или я сам дно, да похуй вообще. Ну? Ну? Мотивация, блядь. Сказать, что вы охуели совсем. Мы стали играть совершенно иначе, мы привычка носить креатив сорсода, пару минут до игры.
Делать, что делать? Ага, раньше, знаешь, вы пытаетесь, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Клуб. Меня интересует наш клуб. Ну да, ясный головой, там, дал с остановку, да-да-да. Да, в следующей серии мы будем ротацию делать игроков. Все устали уже, заебались уже играть. Хотя сейчас еще, может, день пропустим, как они там. Да, вот. Да, в принципе. Да? В принципе, все в порядке. Блин, ну надо все равно как-то делать ротацию игроков, потому что у нас пацаны думают, блин, нас что, забыли, что ли, совсем? Почему? Вот. Миланов неплохой есть. Миланов. Ефремов какой-то. Абате у нас еще, кстати. Но он что-то как-то тут совсем. Березуцкий до сих пор травмил. Алдонин. Блять, может Алдонина прикалываться выписать 33-х, блядь. Бабкин. Бабкин же ведь молодой. Ну нихуя себе молодой, 27 лет. Думбия у нас 25, Родригес. Вот Родригес сынку. Сынку. Так же, как и Цафак сынку и Кали. Сынку. Все они сынку. Акинфеев. Ну, молодой еще, в принципе. Все равно надо такие ошибки совершать. Ладно, спасибо за просмотр, друже. Увидимся в следующей серии. Надеюсь, эта серия вам понравилась. Прошу прощения за такое обильное количество мата, конечно же, и нервов, но я реально нервничал. Меня все бесило, что здесь происходило. Денег-то у нас сколько? Ну, в принципе, можно потом будет кого-нибудь продать и купить, когда там трансфер начнутся. Ой, ну понятно, не скоро. Ладно, все, ребят, всем пока. Спасибо, что посмотрели. И извините, что серия такая долгая получилась.